Знаете, чего я на самом деле боюсь очень сильно? Нет, не обжающей любви. А лет через 60 рассказывать своим внучкам, что все-таки я не любила их дедушку. Он просто был. Гулял, выпивал, бил. Но стерпится, слюбится, как говорится. Главное, что домой приходит и деньги в дом несет. Как часто вы слышали это от своих бабушек? Я думаю, каждая вторая. Так вот, моя самая главная мечта. Чтобы каждая женщина стала сильной. И нет, чтобы она не таскала мешки с картошкой. Боже, нет. А чтобы она могла говорить: «Я не хочу так жить, я пошла». И идти навстречу прекрасному будущему без этих обуз. Надеюсь, мы все такие будем лет через 60.